Аллилуйя, аллилуйя, рассветный восторг, ликую, торжествуя вселенский простор. Застывшее время, иллюзии краха, новое племя из огня и страха. Вечное стремление вселенской пустоты, торжественное обнуление простоты. Переиначенная суть венчает лето, время года, когда прохладная погода верстает парус и с ним путь. Слово не сводит небосвод, реальность разряжая вестью вселенной, солнечным поместьем любви оплот. Земные нити ориентиров, проокеаненный простор, волнами вяжет свой узор импровизированных мотивов, Чайковский с Моцартом взахлёб колдуют музыкой и светом, и Бах органивает лето, шнитковский стёб. Мне в тишине определяться, мечтать дороги и полет, чтоб во вселенский поворот вписаться. Здравствуйте! Программа проекта «18 измерение» из цикла «Неизведанная планета человек». Опять у вас в гостях я, автор и ведущий Владимир Симонов. Сегодня поговорим о реальности, которая за окном. Она удивительная, она необыкновенная. И что больше всего потрясает, что эта реальность приносит перспективы. Ну действительно, разве не многие ли из вас стали в последнее время задыхаться в этом хаосе, в сложностях, в непониманиях всего того, что случается в жизни? Это задыхание всеобщее, оно характеризуется особым временем, необыкновенным переходом человечества из одного эволюционного этапа в другой. И можно было бы об этом говорить сколько угодно, и, в общем-то, кто не хотел, тот и не слушал, продолжая привычное времяпровождение в церкви, на концертах, в ресторанах, в семье, ну и вообще, где, кто, как. Если бы не случился, не грянул этот удивительный кризис, связанный с вирусом, с маленьким вирусом, незаметным и неприметным, но феноменально разрушительным. Мой опыт не позволяет представить другого такого катастрофического воздействия на абсолютно все сферы жизни человека, как этот кризис. Ну действительно, разве мы не предполагали, что религии утратили свою сокровенность, свою интимность, свою, ну, какую-то вдохновительную суть? Сейчас вирус практически перекрыл деятельность храмов, церквей и представил сегодня так, что они оказались за бортом социального общежития. Ну, разве мы не знаем, что многие люди, любящие классическую музыку и посещающие концерты, в конце концов, возвращаясь в обыденную жизнедеятельность, становятся злостными, себелюбцами, перетягивающими одеяло благополучия на самих себя и отвергающие равенство себя и мира. Социальное общежитие, которое характеризуется связью человека и общества, человека и государства, разве сегодня не пришло какое-то взаимное недопонимание
ибо власть как бы существует отдельно, хотя она избирается людьми, и в то же время люди на второй день после выборов отказываются от своего выбора, не принимая никакой ответственности за то, что они выбрали, кого они отправили. И взаимное недовольство человека и власти, оно характеризуется ростом напряжения, когда власть вынуждена обороняться от тех людей, которые передали им эту власть. Ну, разве мы не видим вопиющее совершенно противостояние богатства и нищеты, разрыв между которыми достиг катастрофических размеров? Разве мы не ощущали раньше и не знали об этом, что мир в перепроизводстве необходимого дошел до феноменального идиотизма? Это касается и производства средств потребления, и машин, и продуктов. И это все при том, что целые континенты голодают, несмотря на то, что из этих континентов выкачивают изумруды, золото и многие-многие другие необходимые для так называемого процветания западного общества ингредиенты. Ну, в общем-то, для того, чтобы это знать, не нужно быть семи пядей во лбу. Это информация, которая приполнен мир, это мнение политиков, экспертов, тех или иных бизнесменов. И вот все это практически на сегодняшний день рухнуло в одно мгновение благодаря вирусу. И что теперь? Ну разве вирус не возвращает человека самому себе? Разве сегодня многие из вас не понимают, что задача выживания в этом мире – это задача твоя, прежде всего? Ни государства, ни церкви, ни других каких-то институтов общественной жизни – твоя. Разве науку сегодня не заклеймили позором, ибо большая часть науки сегодня направлена на создание средств и устройств уничтожения человека человеком? Разве медицина сегодня не потерпела уникальный крах, ибо она превратилась в бизнес? Разве культура, которая должна была способствовать соединению верхнего духовного треугольника и нижнего физиологического треугольника, должна была соединять сердце? Для этого культура, для этого музыка, для этого все сферы искусства. Соединять верхний треугольник чакр с нижним треугольником чакр, объединяя их торжественным вскрытием чаши. Но сегодня-то искусство, культура, она создала отдельную тропу, соединяя мозги с нижним треугольником чакр, минуя сердце. Сердце не задействовано, чаша не вскрывается. Поэтому злоба, поэтому невежество, поэтому убийство. Вирус. Маленький, незаметный, но упоительно, восхитительно, торжественно утверждающий совершенно новый этап развития человечества. Этап, в котором обязательно должны восторжествовать любовь, женщина, красота и гармония. Это основополагающие векторы эволюционного развития. Женщина, красота, гармония – это те векторы, которые соединяют человека и Вселенную, позволяют ему обрести право на ответственность быть человеком, принять свою роль в этом мире нашей удивительной планеты Земля. И творческая самореализация, как необходимость соответствия той божественной предназначенности, с которой каждый из нас
появляется, появлялся и будет появляться на этой планете, вот эта вот творческая самореализация божественной сути является сегодня главным маяком всех процессов преобразования, свидетелями которых мы с вами счастливо являемся. Успехов! Не уходи, когда приходишь, не пропусти, когда нашел. Как важно сбросить, что уложишь, пути забыть, куда же шел. Где дождь, там солнце воссияет, где парус, ветер можно ждать. Мудрец всегда меньше всех знает, глупец расскажет, как летать. Но мне и нам куда стремиться, когда все рядом и всегда, и быть естественнее, чем суетиться, и здесь включает там, туда, мгновение век, года, секунды, переплетение структур, тысячелетия контрапунты, первопрестольницкий пурпур, лево и право, ложь и правда, наперсточный переполох с древнеславянским кличем «Райда!» Прольемся светом. С нами Бог, не плачь и горевать не стоит. Благословение с тобой, волна океанская омоет, сердце прозреет красотой.